После обеденное. После обеденной перерывные. Так прикольно после косички, кстати, выглядит шесто. О, вот так вот, знаешь, сделай еще раз, встань на ноги и на руки сразу. Вот так, да, и поподнимай какую-нибудь одну ногу или что-нибудь такое сделай. Хорошо. Ты, кстати, как-то похорошела, что ли, в последнее время? Просто лето скоро. Уже грузили лето. Люблю осень, А вот так попробуй по одной ноге поподнимать. Ну, можно так, можно еще согнутой коленкой. Старайся с ровной спиной, сильно ее не горбатить. Ты просто ляг, посмотри на меня.